Музыка годная. Это самый мощный розыгрыш, который, в принципе, был. Ну, Коля же у нас не подставной. Подстава. Давайте посмотрим, Коля же у нас не подставной. Меня зовут Гусейн Гасанов, и это мой новый проект. Мы знаем уже это старый, по телевизору нет? Или по Ютубу, даже по Инстаграму. Это вы первый, наверное. Но как бы они повели себя в экстремальной ситуации? Я думаю, нужно начинать с того, кто да не долгое ну, время смотреть. Разыгрывал людей. Вы поняли, о ком я? Николай Соболев. Сука. Николай Соболев. Братец, прости. Это арабская музыка у Гусейна, конечно, флекс. Я не хотел это делать просто так. То есть просто разыграть его как-то по-обычному. Коля тот чувак, которого нужно разыграть как-то по-особенному. Давайте весь этаж перекроем одного ресторана, в котором рядом не будет других ресторанов, потому что будут стрельбы, крики. Да, вот давайте все сядем сюда, ребят. Стрельбы. Кому не объяснили, Гусейн, или объяснили, Гусейныч. У нас сегодня... Мы разыгрываем одного блогера, зовут его Николай Соболев, Николай Соболев. Николай Соболев. Все в курсе, что мы сегодня делаем. Николай Соболев. Он один не знает, что будет происходить. Самое важное в данном проекте, чтобы все было естественно, чтобы тот, кого мы хотим спасибо, разыграть, Станис. Подставить. Спасибо, зайчик. Сейчас маме позвоню, секундочку. Чтобы он не знал о том, что мы его хотим... Нужно сказать ей, что... Классно поешь. Спасибо. Спасибо, зайчик. Сейчас нужно маме позвонить. Что-то не отвечают. Маме привет, пацаны. Передадите моей маме. Приветствует автоответчик. Оставьтесь. Короче, мне приветствует автоответчик. Ну ладно, потом позвоню. Тем разыграть. Это наши да, актеры, я читаю чат. Злодеи. Назовем их так, да, сегодня? Эти ребята будут приставать к девчонкам. Вы не надо кричать или там, как обычно. Я не знакомлюсь, там, тры-пыры. Мне нужно, чтобы ты отреагировал жестко. Подойдет и попытается познакомиться, они откажут ему, как обычно у нас бывает, да? Пошла нахуй, блядь, такой, знаешь, и въебывает. И тут я встаю, чувак, ты что делаешь, блядь, дебил? Он скажет, рот закрой, и начнется кипиш, блядь. Я говорю, я блогер, он говорит, да мне похуй, кто ты. Я говорю, он тоже блогер, да мне похуй. Ой, это жестко, кстати, да мне похуй, кто ты. Это все мы будем разбивать, скорее всего. Короче, будут провода, которые я буду пихать в свою ногу. У меня взорвется здесь что-то. Потом пойдет кровь. Я упаду и буду кричать. А потом придет менеджер Чайханы и скажет, вытирайте это все. Не, все будет четко. Конечно, уберемся. Менеджер Чайханы. Подсука народу. Все толпы будем убирать. Моим пиджаком. Самое страшное было, что Коля... Все хорошо. Может ударить их. И какой-то конфликт может случиться. Мы даже вызвали скорую. Главное, чтобы он не встал. Он встанет, все, блядь. Все, барба обломалась. Понял? Второй подойдет, ребят, вы с ним? Ты тот человек, который его удерживает. На расстоянии пистолет у тебя. Главное, чтобы ты смотрел, чтобы он не встал. Если Коля встанет, сидеть! Понял? Мы убрали ложки, убрали вилки. То есть на столе не было ничего, чем Коля мог бы там кинуть или там порезаться. Ну это же палено, что ни ложек, ни вилок давайте, в ресторане. Давайте репетнем, может, нет, разок. Приготовились! Репетиция! Репетиция в школе, танцы. Ну иди нахуй, ты! Слышь, ты чё, блядь, дружище? А ты чё? Поговорить хочешь, блядь? Хочу. Чё ты делаешь, блядь, дебил, хочешь поговорить? Я блогер, блядь. Я блогер, блядь. Пацаны, кто-нибудь блогеров знает лично? Они все говорят, я блогер в таких ситуациях. Мне похуй, кто ты, понял? Ты чё, охуел, блядь? Сзади нас сидела семейная пара. Я объяснял девушке, что ей нужно говорить, что ей нужно кричать. И... было настолько все естественно, что я в какой-то момент сам поверил в то, что происходит. Посмотрите, какие у него брови, они такие большие. Посмотрите, охренеть, какие брови толстые. Это кто заметил? Он еще так их выщипывает, мыть аккуратно. Поэтому получилось очень вообще, круто. Даже у нас такие... второго шанса это сделать нет. Вот за всю нашу жизнь у нас один шанс. Один, вот все, больше второго не будет. Потому что если он узнает, что мы его пранканули, второй раз мы его пранкануть не сможем. Один раз сделать это качественно. Знаете, мне кажется, больше всех переживаю я, если честно. Потому что, блин,
Это ж твой друг, опять же. И я уверен, что Коля захочет заступиться. Зная его, мне кажется, он все-таки... А вдруг он сыканет? Встанет и пойдет. Сикнет. Ребят, машина подъезжает! Все, ребята, бля, как последний раз, прошу вас. Поехали, поехали! В последние 10 минут, когда вот они уже подъезжали... Спасибо, Евгений Кулзайка. Я посмотрел на растение, которое стояло напротив меня, и у него мигал такой красный свет. Ну, от GoPro-шки. И столько паники было. Там быстро, давайте заклеим его. Короче, он мог вроде не заметить это, но надо было сделать все максимально чисто, чтобы... Спасибо, сделаю после стрима зайчик обязательно. Я в логере, мой. Скоро шаг, увидишь меня, и я тебе сфоткаю место, ты просто сядь. Выезд, он сел не туда. Ярик сел на место Коли. Камера снимала только стул, на котором сидел Ярик. И был такой момент, то есть я встал, пошел к своему другу и говорю, слушай, давай отменять, потому что, ну, а что делать? Они не сели не туда, куда надо. И он берет, пишет сообщение Ярику, что Ярик поменять с местами. Че-то, пацаны, вообще какой-то пиздец. Кого? Он мог сказать, давай поменяемся, мне подлезут, типа, я привык сидеть там. Ну, типа, чего? Тебе не дует? А кашляет он зачем? Кашлять он нахера начал-то? Ладно, если я не понимаю вообще. Кого, блядь? Соболь 12 IQ, походу, реально. Можно, знаете что? Кого-нибудь отправить, чтобы он сфоткался. О, Николай Соболь, можно с вами сфоткаться? Я сегодня знак. Я знак того, что через 20 секунд после того, как я уйду, начнется кошмар. Да? Да? Так, алло? Поняла, из леса, окей. Ой, какие маленькие, какие сладкие. Какой салатик, я тоже хочу кушать очень сильно. Если бы я был на его месте, я бы, честно, не знаю, как эта ситуация, как бы я повел в этой ситуации себя. И как бы повел в этой ситуации себя любой зритель, который сейчас смотрит. На самом деле, знаешь, я могу и там уйти. Ну идите нахуй тогда! Слышь, ты что, дебил, что ли? Придурок, блядь. Не надо, орать нахуй. Не нахуй, не надо. Ебать! Он сыканул! Хера! Да что-то как-то быстро они его разыграли, пацаны. Вы видели, как он встал, блядь? Как встал, разделся! Не, ну он был готов ебать. Он был готов. Но он был готов! Он посрал, но он был готов реально вступиться.
Подгузники в студию! Я обосрался сам, чувак! У меня руки дрожали! Ярик сел сюда! Ярик сюда сел, Кольф! Камера снимает его! Я бежу к Ярик, поменяй место, блядь, вы упоротый, сука! Это пиздец, как страшно! Какой вы, сука, реакции от меня ожидали, блядь? Мне 100% страшно, чувак. Капец! Я тебе отвечаю. А знаешь, чувак, он пистолет сразу вытащил, понял? Я подумал, что, ну, блядь, чувак, на пистолет тут тараница хуйня полная. Блядь, а что я могу сделать против пистолета? Меня сейчас застрелят нахуй. Это понятно, блядь. Но, блядь, чувак, красава, пиздец. Блядь! Капец! На брике нет, неожиданно, да? Ну, охерел просто. А кого вы себя повели, чуваки? Я бы обовсикалась, реально. Я просто обосралась. Вот реально села бы я. Обосралась. Вот я вам на туре. Я не знаю, как вообще такие...